Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Победа Иисуса Навина над Амореями. Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит перед лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом на сражении. Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Иолонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.